И говорю, ты играй. Теперь я уже спрашиваю, предупреждаю. И мне говорят, не-не-не, этого ничего нет. Оставить, что пришла группа, ставить? Да, все, хватит спрашивать. Короче, я-то надеялась на элиту в России. Я-то надеялась, что актрисы, актеры, известные celebrities выйдут 24 февраля и скажут, что это мы поддерживать не будем, мы против. Разные причины против. Потому что стыдно, потому что неправильно. Ну, знаете, крошка сын к отцу пришел. Что такое хорошо, что такое плохо? Ну, так война же, это плохо. Танки в чужом государстве, это плохо. Киев, это не ваша земля. Ну, и я даже думаю, Воронежу танка не нужны. Так пришли бы танки под Воронеж. Ну, Воронеж бы обрадовался. Что? Кому нужны танки на своих собственных улицах? Да никому. Вот, дальше она прожила долгую жизнь. У нее наверняка есть дети, так? Внуки есть, так? Мужья, которых она любит, да? Или любовники молодые. Человек, наверное, 6 можно набрать из ее семьи, что она хочет, что эти 6 человек поехали убивать кого-то в Украине, чтобы их убили. Ну нет, конечно, она взрослая, она дала жизнь, и она понимает, что такое смерть. Я обращаюсь к этой вот актрисе, не знаю, как ее зовут. Короче, дальше. Она также понимает, что в России нет ничего того, что есть в Швейцарии. Она понимает, что такое миграция, что люди постоянно эмигрируют из России. Что люди, вот там, я делала недавно ролик, по какой-то трубе с этими отходами фекалий переходили, семья российская с детьми по этой трубе из фекалий переходили границу из Мексики в Россию, из Мексики в Америку. То есть они наняли какого-то там этого дорогого адвоката. Какая-то семья вообще сидела в тюрьме. И с радостью сидела, потому что в итоге они могли остаться в Америке. Она же понимает, что в России очень плохая медицина, очень плохие дороги, школы. Что Россия это не первая страна мира. То есть это не лидирующая страна. Она понимает, что война это дорогая игрушка. Что у людей теперь не будет пенсии. Не будут построены школы. А теперь она увидела, что еще санкции такие вот работают, что работа, вся жизнь изменилась. Вот теперь из-за Путина изменилась. Почему она сейчас, в 23-м году, своим ртом обвиняет Зеленского? Вот я не могу понять, что она все это время молчала, и сейчас она вышла говорить что-то про Зеленского, и это итог ее жизни.